упражнение тяга в кроссовере к груди на заднюю дельту. Встаем в исходное положение, таким образом, чтобы руки двигались параллельно с полом. Локоть находится в одной плоскости с задним плечом. Мы выполняем движение назад, сокращая заднюю дельту. Локоть должен доходить до прямой линии со спиной. Мы не работаем локтем дальше назад для того, чтобы исключить нагрузку на мышцы спины. Отпускаем рукоятку плавно, таким образом, чтобы локти находились параллельно с полом. Следим за тем, чтобы локоть не отпускался ниже параллели. Тянем на себя, выполняем выдох. Руки выпрямляем, вдох. Выдох и вдох. Достаточно.